Спасибо большое, чат, что приютил меня. Если бы не ты, я не знаю, куда бы я даже пошла. Абонент временно недоступен. Не понимаю. Перезвоните позже. Пан, чё ты вот это голову себе всякой ерундой заморачиваешь? Ушла в магазин куда-то прогуляться, а ты тут страдаешь из-за неё? Придёт твоя мула, никуда она не денется. Да, я сам её найду. Никто мне не нужен. Никто! Это же Мулан! Что она тут делает? И кто это такой с ней? Надо Мите позвонить. Митя, привет! Слушай, знаешь что? Я сейчас Мулан твою видела. Она сейчас тут в парке с каким-то парнем. Да-да, Митя, я точно уверена, это точно они. Да, конечно, я же знаю твою Мулан. Да. Да, она в парке Дзержинского. Хорошо, я тебе на электронку отошлю. Давай. Мулан, спасибо тебе большое, что ты составила мне компанию. Да не за что, Че, ты же знаешь, что я не могу сидеть дома одна. Слушай, мне надо еще в одно место съездить, так что ты иди домой без меня, я потом приеду. А ты помнишь, как дойти до нашего дома? Чет, ну конечно помню, у меня ж память не дырявая. Ну хорошо, Мулан, а может я с тобой пойду? Я просто волнуюсь за тебя. Чет, не переживай, все хорошо. Давай, я пойду. Пока! Будь аккуратней! Странно, ну ладно. Надо за ним проследить. Кто это такой? Да, Женя, тебя тоже очень сильно люблю. Я так рада, что мы с тобой встретились. Естественно, никогда не забуду этот день. Ну да. Пойдем, я куплю тебе цветы. Правда, это так замечательно. Ну пойдем. О, Боже милый, что с тобой? Мулан, Мулан, очнись, пожалуйста, Мулан. Мулан, Мулан, это я, с тобой все нормально. Господи. Мулан, почему ты сбежала? Я вовсе не сбегала. Боже, Митя, я... Ух, мне так жаль. Прости, пожалуйста, я тебя очень сильно люблю. Да, Мулан, успокойся, ты не виновата. Прости, пожалуйста. Ты не...
Мулан, успокойся, а то сейчас опять по урок упадешь. Нам лучше сходить в больницу, спросить, что с тобой. Да ничего страшного, просто голова закружилась, сознание потеряла. Это пустяки, главное, что мы с тобой встретились. Боже, прости, пожалуйста. Митя, как ты меня нашел? Да, все просто, я тебя искал вообще всю ночь. Но потом одна моя знакомая увидела тебя с каким-то парнем. А, с парнем, это Чет, мой одноклассник. Мы с ним давно дружим, и я пришла к нему, когда ушла с дома. Почему ты ушла? Да так просто, вообще-то я подумала, что ты мне изменяешь, и поэтому уехала. Подумала, что я тебе не нужна, ведь ты в тот день толкнул меня и ударил. Что? Быть такого не может. Я никогда на девушку руку не поднимаю. Ты был очень сильно пьян и, наверное, ничего не помнишь. Зато я все помню. О, тебе не больно было? Прости, пожалуйста, я был не в себе. Извини, я не хотел. Да, я тоже виновата, то, что сбежала. Мы оба виноваты, поэтому, наверное, лучше будет просто забыть обо всем этом и начать все сначала. Да, полагаю, что ты права. Теперь пойдем в поликлинику. Надо проконсультироваться с врачом, что с тобой. Ну, пойдем. А потом мы поедем к этому, как его там, к твоему этому Чету. Заберем твои вещи, и ты переедешь назад. Хорошо? Ладно, Мить, хорошо. А теперь пойдем. Ну и вот, собственно, это его дом. Да, местечко, конечно, не самое лучшее. Митя, да как тебе не стыдно? Он меня приютил. У него дома нормально. Пойдем, я думала, он не обидится, если я уеду. Так ты что, уедешь и ничего ему не скажешь? А зачем? Я думаю, он и так все поймет. Ну тогда ладно, пойдем. Проходи, Мить. Да, место, конечно, зашибись. Судя по отсутствию моих вещей, он поймет, что я уехала к тебе. Да, все, поехали быстрее, а то он сейчас еще придет, и что-нибудь еще начнется, какой-нибудь скандал. Митя, он нормально, он не скандалит. Ты слишком плохого о нем мнения. Thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gonna be. Open my eyes, it was only just a dream. Travel back down that road, we come back, no one knows. I realize it was only just a dream. I was at the top and now it's like I'm in the basement. Number one spot, now you're finding my replacement. Can't think, I should've put it down.
Вот что за значит деревушка. Значит, вот тут живет наша малышка Мулан. Митя будет рад этой новости. Митя, у меня есть для тебя хорошая новость. А? А? Эвелина? Все понятно. Митя, кто это? Помнишь, в октябре мы были в клубе, когда мы первый раз встретились? Там была девушка, вот так это она. А что она тебе рассказать хотела? Пойти к ней, может, у нее есть для тебя что-то важное? Ты полагаешь, что я должен пойти? Я уверена, иди, может, она тебе что-нибудь хорошее расскажет. Ну ладно, тогда я скоро. Ну что, как успехи? Я ее не догнал. А, ну и ладно, ничего страшного. Мулан, привет, помоги мне сумку разобрать. А? Мулан, ты где? Мулан! Неужели опять на поляну ушла? Мулан, ты здесь? Вещей нету. Неужели уехала? Боже, бедная, куда она? Куда она уехала? У нее телефона с собой нету, не позвонить, ничего. Неужели она ушла? Я же ей сказала, чтобы она оставалась столько, сколько захочет. Неужели это так? Где же ты, моя Мулан? Почему ты ушла? Мне ведь и веселее с тобой было. Боже мой, как бы это было ты? Алло, Мулан? Здравствуй, дорогой. И не спрашивай, кто я такой и что мне от тебя нужно. Просто постарайся выполнить то, что я тебе скажу. Я знаю, как ты любишь свою дорогую Мулан, и ты, конечно же, не хочешь, чтобы она тебя бросала. Но вместе мы сможем добиться своих любимых. Если тебя заинтересовало мое предложение, то приходи сегодня в 10 часов на заброшенное место. Ты знаешь, какое. Ведь оно одно у тебя в деревне. Ну, выходи же. Чего ты ждешь? Я согласен с твоей сделкой. Проходи, Чет.